4 территориях Оренбуржья новые главы. В минувшее воскресенье досрочные выборы прошли в Адамовском районе, Бугуруслане, Желтинском сельсовете Саракташского района и Южноуральском Оренбургского района. В 3 территориях победили представители партии власти, а в Адамовском районе реванш взял скандально известный экс-глава Сергей Явкин. Избирали главу Адамовского района. Значит, избранным считается Явкин Сергей Александрович. Он стал главой Адамовского района. Он набрал 54,25 голосов избирателей. Город Бугуруслан главой стал БЭР Владимир Оскарович. Он набрал 53,21% голосов избирателей. В Желтинском сельсовете Саракташского района главой этого сельсовета стала Скобелева Галина Николаевна. Она набрала 56,58% голосов избирателей. В Южноуральском сельсовете там победил Коростылев и стал главой Владислав Владиславович. Он набрал 76,45% голосов избирателей. Выборы сельского, городского и районного масштабов прошли при низкой явке, в среднем 38%. И зафиксирован ряд нарушений. По словам председателя облсполкома Александра Нальвадова, все они носили технический характер. Но без конфликтов на избирательных участках не обошлось. В Южноуральском сельсовете среди ночи искать пропавшие бюллетени пришлось самому председателю облсполкома. Переносной ящик для голосования вне помещения, для голосования, эти бюллетени, они не посчитались. Повторный подсчет голосов осуществлялся 4 часа, в 5 часов, вот с 4 до 6 утра. Я там присутствовал, и обучение проводить, и психологически готовить, в том числе и представителей избирательной комиссии, на общение вот с представителями политических партий, наблюдателями и так далее. Тем не менее, жалобы в областную избирательную комиссию или в суд пока не поступали. Выборы считаются состоявшимися.